Здравствуйте. На днях я забрала вещи из Следственного комитета, принадлежащие моей дочери. Она в них находилась, в этих вещах, в коттедже ночь с 31 марта по 1 апреля. Все скрыто. Ищем носочку. Вещественные улики. Ну, экспертиза. Носочки были целые. Под номером 23. Ну, живого места нету носочком. Как-то так. Пипец. Следующие вещи тоже все пронумеровано, еще не вскрыто. Видно? Просто много вопросов было, как она была одета, скромно одета была, не скромно, в чем именно она одета была. Кофточка. Как мы видим, вот здесь вот пятна крови видно. Сказали, когда ее забирали из коттеджа, девочки сказали, что не видно было, в чем, ну, никаких последствий типа не было. Тут, ну, сейчас, считай, второй год уже кофточка лежала. Такие видно замазанные пятна, но они были пятнами крови, которые я первую увидела, сразу увидела, когда забирала ее. Можно подумать о всех желтых пятнах, хотя эту кофточку она одела сразу после стирки. Кофточка абсолютно новенькая была. Вот. Пятна крови все видно, да? То есть кофточка практически белая. Кофточку, которая нам была. То есть такой довольно-таки бесформенный балахончик. Дальше. Джинсики. Джинсы как джинсы, все в дырочку. Видно все, что пятнышки были, проходили. Экспертиза. Все это вот вырезано. Светленькие джинсики, суженные к низу. Нижнее белье с кровью. Я даже не знаю, стоит ли показывать. Давай снимем с тобой. Ну, смотри. Значит, из нижнего белья лифчик фирменный. Мы с сестрой дарили этот комплект. На день рождения ей трусики. Лифчик тоже весь порезанный. Заснимали экспертизу. Видно там все? Нижнее белье с кровью. Мы заснимем, но не будем вкладывать. Просто, я не знаю, мне вот даже неприятно к этим вещам прикасаться. Но я, наверное, это была сделать обязана. Сними мне вот эту кучку. Планы можно? Просто общим планом. Да не надо, можешь просто здесь показать. Вещи. Наверное, сошло.